на 2024 год действительно пугают. Вот это действительно тревожит. В 9 серии 24 сезона Гомер Симпсон готовит бункер, полностью заполненный провизией для своей семьи, ожидая чего-то ужасного на горизонте. Вскоре после этого на Спрингфилд обрушивается солнечная буря. Тихая невидимая буря проносится по городу, вызывая серьезные последствия. Это катастрофическое событие приводит к полному отключению электроэнергии. Нет ни интернета, ни электричества. Все застопорилось. Солнечная буря может уничтожить интернет на недели или даже месяцы, а то и навсегда. Изображение солнечной бури в этом эпизоде соответствует потенциальному влиянию, которое такое событие может оказать на реальный мир. Интересно, что недавно НАСА сделало шокирующее открытие. Огромная дыра на Солнце называется корональной дырой. Эта дыра достаточно большая, чтобы поглотить 60 планет размером с Землю. В настоящее время вызывает солнечные бури с ошеломляющей скоростью 1,8 миллиона миль в час и может быстро достичь Земли. В последний раз Земля переживала подобный шторм в 1859 году. Это было известно как событие Кэррингтона. Солнечная буря 2024 года, по прогнозам, будет в 60 раз мощнее солнечной бури 1859 года. Возможно, самой сильной из когда-либо зарегистрированных в истории. Такие солнечные бури могут иметь катастрофические последствия для Земли, воздействуя на спутниковые энергосистемы, GPS, и потенциально уничтожая жесткие диски и весь интернет на длительные периоды времени. Пора.